сражениях на черно-белых полях приняли участие 80 салдинских шахматистов. В основном это были школьники и воспитанники детских садов. Интеллектуальные состязания проходили в два этапа. В первый день состоялись туры по быстрым шахматам по швейцарской круговой системе с контролем времени 15 минут. Второй день был посвящен выяснению отношений по системе «Проходная пешка». Несколько часов в тишине ребята просчитывали ходы и передвигали фигуры. Для выявления сильнейшего пришлось применить коэффициент Бугольца. Участнику, имеющему наибольший показатель с таким названием, была присуждена победа. Этот коэффициент пришлось применить, так как в турнире «Проходная пешка» 4 участника набрали одинаковое количество очков. Вот смотрите, место Рогачев, Лев, 5-й детский садик. Гость из Нижнего Тагила, Малажанов Роман. Тоже детский садик, но Нижнего Тагила. Так, опа, разворачивайся. Второе у него, второе. И на первом месте представитель 52-го детского садика, 7 очков, Коломентьев Тимофей. Обладателем золотой медали в группе А по быстрым шахматам стал второклассник школы номер 2 Алексей Прохоров. Ему удалось обыграть своих старших конкурентов. Серебро увез в Нижнюю Салду семиклассник Семен Суслов, бронзовым призером стал ученик 2 класса школы номер 6 Никита Черных. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и памятными сувенирами от корпорации ВСМПО «Висма».